отхватить себе нехуёвую игрушечку, сабвуфер. Приблизительно, короче, будет выглядеть он вот так вот. Если я не поленюсь, я добавлю вам на экране, как это все будет выглядеть. Особо долго задерживаться не будем, потому что как видео наберет 50 лайков, тогда снимем второе видео. Просто оператор жадный, говорит, не будем снимать. Говорит, соберем 50 лайков, соберем отдельно видео, снимем тогда. Все, и тогда будем смотреть. Короче, буфер будет из двух вот таких вот головешек. GVC 150 ватт. Короче, будет одна головешка, потом фазоинверторная щель и вторая головешка. Все это приблизительно будет 90 сантиметров на 60 на 35. Короче, вот кубик. Осталось его сейчас начекрыжить. Сейчас будем резать, уже все подготовили. Есть такой раскрой, это опять же, соберем 50 лайков, выкину раскрой в описании. Ну, короче, в принципе, еще потом проверим это все дело. Ну, сначала соберем просто так без клея, потом склеим, потом еще обошьем это все торпедом. Ну, это, короче, будет 4, может, или 5 частей. В общем, погнали резать. Короче, вот мы напилили, блядь, сталевин. Получился полный пиздец. В процессе пилки выяснилось, что бублики бывают кривые, бывают непилищие. Бывают пиздец такие кривые. Короче, у нас перепробовали мы 3 лобзика. Кстати, можете в комментариях написать, какие мы пилили. Первый, который хуёво пилит, но кривой. Второй, который заебись пилит, но пиздец какой кривой. Либо третий, который пилит непосредственно, ну пиздец разваливается на ходу. Короче, 1, 2, 3. Короче, попилили, но, благо, изначально по конструкции было несколько миллиметров заложено на распистайство и на криворукость. Поэтому это все дело можно оттащить. Сейчас мы будем 2 одинаковые детальки, ну, таких, в принципе, большинство, только одна задняя стенка не одинаковая, то есть не парная. Будем скреплять вместе, выбирать, сколько нужно нам по фактическому размеру, который должен быть, я говорю, было пару миллиметров заложено, дай бог, что хватило. Будем потихоньку опиливать, обчесывать. Ну, по итогу, думаю, должно что-то получиться. Продолжим. Пока сильно не скажешь. Сейчас будем размещать, резать дырки для динамика. Короче, тут по пути приехал торпед. Такого интересного цвета. В принципе, сочетание будет неплохое. Красный будет торпед, черные динамики. Там еще есть пару задумок, но это все попозже. В общем, потом еще взяли уголки. Это уже при сборке будет понятно. Саморезал большой мешок. Короче, там будет около 150 саморезов. Опять же, приехали наши клеммы.
Короче, будем размечать, строиться дальше. Сейчас падает клей. Чем-то вырезать будет. А? Симс будут, блядь. Давай сделать вторую такую же. Продолжим дальше резать. Просверлили мы дырки, отверстия, так сказать, не до конца большие. Далее поменял сверло, засверливаем все насквозь уже маленькими. И продолжаем, сделаем с той стороны то же самое, ну и потом уже с помощью уголков начнем центрировать наши детали и скручивать уже саморезом. Досверливать еще там будем, и потом скручивать саморезом. Собралась коробочка, не совсем где-то ровно получилось, но это, в принципе, херня, проклеится, герметиком промажется. Ну, в общем, получился нехуёвый такой ящичек на вес, блин, 30 кг. Ну, в принципе, он весит примерно столько же, сколько весил этот лист фанеры, который мы купили. Ну, плюс саморезы, которые, ну, дырки вырезали, тоже чуть-чуть легче. Короче, сейчас это все дело надо будет разобрать, шлифануть, почистить. Собрать обратно, но уже проклеив, все промазав. Ну и, в принципе, этим мы будем уже заниматься в следующей части. Ну, я не знаю, разборку вообще есть ли смысл снимать. Это, мне кажется, особо нету. Но если будет желание, будем снимать. В общем, подписываемся на канал, ставим лайки. Увидимся в следующей серии. Пока!